23 июля в Азербайджанском государственном информационном агентстве прошла встреча с зарубежными участниками международного медиафорума на тему «Глобальные тренды в медиа. Новые вызовы», организованного в Шуше агентством развития медиа по случаю Дня национальной печати. Сначала гости ознакомились с новым зданием «Азертач». Затем состоялась встреча с гостями. Отметив, что рад приветствовать гостей в Азертач, председатель правления агентства Аслан Асланов особо подчеркнул проведение международного медиафорума в Шуше. Председатель правления проинформировал гостей об истории создания Азертач, пройденном агентством пути развития, его месте и позиции в мировом информационном пространстве. Председатель Азербайджано-Иракского общества дружбы профессор Мацмухи Абдельхамид Обада, заместитель главного редактора редакции международной информации агентства УЗО Узбекистана Аврор Гуламов, руководитель департамента управления коммуникацией администрации президента Турции Аббас Гюкхан Олмез, директор по внешним связям и стратегическому развитию объединения национальных новостных агентств стран организации исламского сотрудничества Юнус Лабу, первый заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман отметили, что сегодня Азертач известен в международном медиапространстве как источник надежной информации. На встрече, продолжавшейся в формате обсуждения, гости выразили признательность за организацию на высоком уровне международного медиафорума и оказанное гостеприимство. Севда Джафарова, Фарид Багиров, Гумбат Мамедов, Азертач.